нежнейшие куриные оладушки. Для этого нам потребуется куриная грудка, можно заменить индюшиной, примерно 500 грамм, одна луковица, 3, ну можно 2 зубчика чесночка, сметанки 4 столовых ложки, можно заменить сметану стаканчиком кефира, 3 столовые ложки крахмала, можно заменить мукой обычной, растительное масло для жарки, 2 яйца, ну соль, перец по вкусу. Первое, что мы делаем, делаем куриный фарш. Есть варианты. Можно на мясорубке, можно на блендере, а можно мелко-мелко-мелко-мелко измельчить его ножом. Куриное мяско подготавливаем для мясорубки. Немножко его порежем помельче. Крутим мяско на мясорубке. Четыре ложки сметаны положили и взбиваем. Теперь эту яично-сметанную смесь выливаем в фарш. Теперь займемся луком и чесноком. Если вы любите, чтобы оладушки немножко были с луковым хрустом, значит просто мелко нарежьте его, ну, на такие кубики. Можно было лук протереть вместе с фаршем. А еще лучше протереть его сейчас в тесто на терочке. Он совсем будет мелкий-мелкий, и вы его почти не почувствуете на зубах. Но вкус он придаст. А чеснок, конечно, измельчаем на чеснокодавки или тоже на терочке и добавляем к фаршу. Лучок с чесночком протерли и сейчас добавим сюда, в эту смесь, 3 столовые ложки крахмала. Если нет у вас крахмала, можно заменить на 3 столовые ложки муки. Добавили крахмал. И все, что нам останется сделать, это посолить, если хотите поперчить. Вот смесь для оладушек уже готова. Мы все размешали. Берем сковородку, наливаем достаточное количество растительного масла и начинаем жарить. Сковороду с маслом хорошо прогреваем. Затем берем порцию смеси и выкладываем в сковородочку. Можно подровнять немножко. Жарим на среднем огне. Примерно по 3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Перевернули оладушки на другую сторону. Подавать куриные оладушки можно с любым гарниром. С кашами, с картофелем. Или, например, нажарить яичницу с помидорками, с брынзой, с зеленью и положить 2 таких куриных оладушка. Вкуснятина!
обваляли картошечку в муке, плюс в яйце и плюс опять в муке, и зажариваем со всех сторон, аккуратненько переворачивая. Вот такая румяная картошечка получилась с хрустящей корочкой. Картошечка готова, можно кушать. Вот такая румяная корочка, начинка внутри. Ой, вкуснятина. Всем приятного аппетита. Подписывайтесь на наш канал.